Дорожные работы происходят на КПП Чалдабар, это Чуйская область, Памфиловский район, село Чалдабар, да, контрольно-пропускной пункт. Здесь замена асфальта шла и расширение. Получается, они асфальт сделали, аллеи прокладывают, воду этот поливную, я честно понять не могу логику их, как они вот мост для воды сделали. Говорят, здесь лотки поставят, арек сделают. Это хорошо, ладно. А вот в эти стороны вот поливная вода, как будет в дома заходить? Они же здесь уже построили вот эту аллею, да, бордюры поставили, уже затрамбовали все. Плюс ко всему этому шла питьевая вода. Вот под мостом вот так раньше проходила питьевая вода вот в эти дома. Получается, сверху вода есть, а снизу воды нету питьевой. Получается, тут и питьевую воду перекрыли, и поливную воду. Как они проектируют, вот это понятие не могу, да? И вот мы своими силами устраняем недоработки проектировщиков. По проекту у них здесь забор высотой, вот аллея. Высота вот такая. Отводники для дворов не сделаны. Как бы, вот мы сами делаем. Здесь вода будет собираться со двора. Сами вот такие трубы устанавливаем.